Des lavartu altes, crafisentura mane flora vide glorie, duh neba raba des cantara vide flores, ай мара vide фрайде. И вот вижу, пришли на это место, нуждающиеся во мне, говорит Господь, кремену сла vide фрайде. Но немного тех, которые нуждаются во мне, а много тех, которые нуждаются в ответах на молитвы, говорит Господь, ребену сла vide фрайде. О, как бы я хотел, чтобы взыскивали сначала мое лицо, кремену фрайде, чтобы приходили по зову сердца встретиться на этом месте со мною, говорит Господь, ременту фрайде. А нужды кремены фрайде, я знаю их наперед, говорит Господь, ребеду слабаре фрайде. Но знаю и тех кременту фрайде, кто по одному разу подходит в молитве, говорит Господь, и ждет ответа кременту фрайде. Но есть такие нужды, на которые нужно выходить, кременту фрайде, говорит Господь, в полном все оружие, кремену фрайде, потому что битва и битва, кремену фрайде, за души, говорит Господь. И говорю вам, дети мои, как некогда мой народ обходил эти стены Иерихонские, и не один день, говорит Господь, ременту фрайде, эти стены неприступные для глаза человеческого, они рухнули в одно мгновение, говорит Господь. Так будет и с твоей нуждой, кремену слабаде фрайде, дочь и сын, кремену фрайде, обходи этот Иерихон, кременту фрайде, не один раз, ремену фрайде, и не один день, говорит Господь, ремену фрайде, и придет тот момент, когда рухнут эти стены Иерихона, и ты получишь ответы на свои молитвы. Но как хочу, чтобы вначале взыскали мое лицо, говорит Господь, чтобы приходили в присутствие мое, чтобы жаждали меня, говорит Господь, чтобы жаждали моего присутствия, кременту фрайде, там, где находится, чтобы Дух Святой, Он сходил в ваши сердца, кремену фрайде, ибо в моем присутствии нету нужды ни в чем, говорит Господь, когда сила моя сходит и мое помазание, елей Духа моего помазывает радостью сердца, говорит Господь, кремену слабаде фрайде, и что переживаете, о чем переживаете, говорит Господь, кременту фрайде, для каждого назначено время и срок отшествия с этой земли, говорит говорит Господь, ремену слабаде фрайде. О, какая великая радость ждет в небе, говорит Господь, кремену фрайде, роману слабаде фрайде, тех, которые стремятся в мои обители. А я хочу, чтобы мой народ не боялся, кременту фрайде, смерти, потому что многие боятся и так держатся за жизнь земную. А я говорю, отпустите, ременту фрайде, ибо там нету нужд, нету скорбей и болезней, там вечная радость, потому Духом Святым утешаю. И как хочу, чтобы каждый из вас переживал частичку неба здесь на земле, чтобы каждый из вас прочувствовал эту небесную радость, живя на этой земле, чтобы ваши взоры всегда были направлены в небо, и ваша жизнь, кременту фрайде, она, кремену фрайде, была наполнена Духом Моим Святым, говорит Господь, потому кремену фрайде, хочу, чтобы приходили ко мне в молитве по велению сердца, кременту слабаде фрайде, и буду помазывать елеем радости, говорит Господь. О, многих и многих враг сейчас поработил, ремену слабаде фрайде, лень и лень окутала мой народ, и не хотят подняться с кровати своих, чтобы прийти и поклониться мне в духе и истине. А я говорю, еще больше увидите, кременту фрайде, когда мой народ, кременту слабаде фрайде, присытившись, кременту фрайде, не будет выходить из домов своих, кременту фрайде, а я зову каждое сердце в общение со мною, кременту слабаде фрайде, и как хочу, чтобы те, которые стоят на страже, кременту фрайде, возносили эти молитвы за мой народ, кремену слабаде фрайде, чтобы мой народ, кремену фрайде, возбудился ревностью обо мне, говорит Господь, ремену слабаде фрайде, сламане фрайде, и потому враг обманывает ременту слабаде фрайде, что жизнь тихая и безмятежная, а я говорю, кремену фрайде, внезапно настигнет пагуба каждого кременту фрайде, кто оброс этой ленью, кроману фрайде, и когда зазвучит труба, многие не услышат этот трубный зов, говорит Господь, но хочу, чтобы дети мои
святые, они всегда держали свое ухо открытым и всегда были научены слышать трубный зов, когда протрубит труба, чтобы мой народ, он был готов к встрече со мною, говорит Господь. Аминь.